Молодой югорский режиссер Александр Хант получил премию «Ника». Дебютная полнометражка «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» победила в номинации «Открытие года». Члены Академии кинематографических искусств выбрали фильм Ханта среди 6 соискателей. Отмечу, дебютная кинолента югорчанина собрала урожай наград на престижнейших кинофестивалях мира. Гран-при в Карловых Варах, второе место на 6-м московском фестивале «Будем жить», несколько призов Выборгского кинофестиваля, форума «Окно в Европу», а на югорском «Духе огня» фильм про Леху Штыря и Витьку Чеснока получил сразу 3 награды. А в том числе приз зрительских симпатий «Золотая тайга». Честно говоря, нет, я совсем не ожидал такого отклика. Более того, когда я закончил фильм, мне казалось, что, ну, как бы хорошо, ладно, там что-то получилось, надо об этом забыть и двигаться дальше. И начиная с первого фестиваля в Карловых Варах, где мы взяли главный приз, это было уже неожиданностью. А что дальше складывалась картина, ну, для меня это было совершенно неожиданно. Сейчас Александр Хант приступил к работе над новым фильмом. Кинорежиссер ищет исполнителей главных ролей подростков 15-16 лет, так как лента будет о школьниках. Александр Хант просит соискателей присылать фотографии в группу в социальной сети. Ссылку на группу ВКонтакте можно найти на нашем официальном сайте yugradifestv.ru.